Какой-то слон пернул в крыло. Сексом пахнет конкретно. Да. Да ладно, внутри еще такое. Да. Правильно, нефиг работа? Там баб делать. По программе микрофон, я поправленный пивком. Место действия Челябинск, 21 век. Дерганные люди переходят на бег. Время медленно идет, так как будто его нет. И это я как будто бы не тут, а где-то в Тибете. Студентка на велосипеде, Кенни Уэст плей. Ну что, братва, всем привет. Вы, как обычно, на канале Четкий Саня. И как вы уже поняли по началу и названию ролика, сегодня мы выкатили нашу четырку и наконец-то мы поедем валить по городу. Все вы писали мне комментарии на протяжении последних 2 месяцев, где четырка, Саня, куда она пропала, почему ее не видно. Отвечаю, пацаны, всем и сразу, я переезжал в Санкт-Петербург, мне было абсолютно не до нее, она стояла в гараже, просто кайфовала. Сейчас вы видите, какая она стоит, грязная чуханка, просто рыгнуть охота. 9.9 у нас сейчас немножко рыгнуло, оказалось то, что у нее сломался блок предохранителя, отдал ей, пацаны, 4 косаря. В общем, в следующей серии увидимся. Видите, и в следующей серии у нас будет тоже автозвук. В Питере я уже, пацаны, месяц и все еще для вас не повалил. В этой серии мы обязательно все исправим. Ну а перед этим нужно нашу, потому что в центр же, ну сами понимаете, я же не поеду, блять, на вот такой вот, это же пипец. Четкий Саня, не Четкий Саня, если будет на грязной машине. Ну что, пацаны, меньше слов, больше дела, погнали! Чисто в этом месте все, ему хана. Но Санька-то у нас запасливый, у него всегда есть с собой запасной замок. Сейчас поменяем и поедем валить. Вот, кстати, тот, который был, он был типа оригинал за косарь, там все дела. Какая хуй разница, брать дешевый или дорогой, один тут рвет. Одинаково. Блядь, ты понял хуйню? Не понял? У меня только замок с собой, а у меня саму петлю на багажнике порвало. У меня вот эту часть сломала. Ну, у тебя ее а нет? У меня только вот это с собой, потому что у меня до этого обламывало только вот эту хуйню. Ну понял, все. Вот этот язычок. Все. Навалили в штаны. Ну ладно, что, будет как будет. Потом куплю. Чуть-чуть закрывается. На пол Федора. Погнали. Если, сука, на мне теперь это, сука, богата. Сегодня стало понятно, что это ты лещий сон.
оказалось, им не по зубам это особо. Но оказалось, ты не трогай Олина Попа. Честно вам сказать, я просто не могу. Я настолько сейчас отвык, что я вообще ничего не слышу, реально. Как ты? Нормально? Ну, капюшон спасает. Капюшон, бля, вот я сегодня капюшон не одел, наверное. Я всегда в кофте с капюшоном, и именно сегодня. Сегодня я в футболочке, печка на тройку, окна открыты. Я ни хрена вообще сейчас не слышу, реально. Не, ну так-то реакции нихуя себе, ебаный рот. Ну, конечно, папка чисто под этого Геопику валит. 11-й регион Геопика, Сыктывкар, Коми-Край, все дела, сами понимаете. Напишите сейчас в комментарии, какие бы треки повалили бы вы. Так, братишки, сейчас небольшая пауза. Хочу вам напомнить про магазин AutoRx, с которым я работаю уже в районе полугода.
и буду дальше продолжать работать, так как это топовая компания с качественными запчастями. Следующие проекты будут собраны только на их компонентах. В этом магазине, пацаны, вы можете приобрести запчасти на любой вид ВАЗ. А главное, что запчасти будут оригинальные и качественные, что немаловажно в данный момент времени. Из моего, пацаны, личного опыта, я вам советую лучше подождать 5-7 дней и взять топовые запчасти, чем брать хрен пойми где, хрен пойми какого качества. Плюсом ко всему, доставка у ребят очень быстрая. Лучше, пацаны, запланировать заранее, заказать и получить реально хороший продукт. Если, конечно же, у вас не критическая поломка. Ссылочка на AvtoRx будет в закрепленном комментарии. Используйте промокод четкий, который даст вам на минуточку 10% скидку. Тем самым вы легко и просто окупите даже ту же доставку. Бля, разорвет сейчас бедолагу. Вот под такие темы надо двигаться. Ну так на фото непонятно. Ну да, да, блин, как бы вживую, конечно. Она еще и узкая. 165-35. А как вот, ну, там, яму попасть какую-нибудь? Ну, ясно, надо аккуратно. Да нет, диски, аккуратно. Диски японские, они крепкие. Нет, диски-то ладно, вот за саму резину. Я даже как бы такой вот нигде в магазинах не видел. Это, ну, да, это тяжело найти очень. Турбоэксклюзив какой-то. Да, да, очень тяжело найти. Ну ладно, удачи. Так, пацаны, как вы поняли, уже наступил следующий день, и прервал я ролик не просто так. Первое, пацаны, вчера пошел жесткий дождь, и мы были вынуждены перестать снимать. Второе, как вы видели в начале серии, у меня порвало петлю крышки багажника. Это дело мы все уже исправили, купил новую. Смотрите, какая она дерьмовая. Я даже не знаю, она как будто из фольги какой-то состоит. Мне кажется, она у меня продержится максимально вообще просто недолго. Старая, которая у меня сейчас, пацаны, ей уже второй сезон, грубо говоря, второй год она живет с автозвуком, и только сейчас ее порвало. До этого я менял только замки. Ну и третий, пацаны, момент, я не знаю, видно было, не видно в начале серии. У меня, блядь, какой-то слон пернул в крыло, просто я не знаю, что это такое, но меня это дико напрягает. Вы просто посмотрите, на мойке это не убирается вообще никак. Все крыло вот в каких-то потеках, в какой-то херне. Также на капоте есть какие-то вот такие вот пятнышки, я не знаю, что это, блять, нахрен я тру, вдруг это посрал кто-то, и чисто пятнишка осталась. Когда мы валили вам в начале серии, я просто, пацаны, все время ехал и думал об этом пятне на крыле, потому что еду, такая четырка красивая, намытая, кранзы сверкают, муа, просто изумительно, и тут какое-то пятно слона, блять, я не знаю, вот проперделся, реально кто-то мне на крыло или что-то вылилось, хрен его пойми. Знаете, вот, когда с деревьев падают, там, то ли слипы, то ли откуда, если я не ошибаюсь сейчас. И на машине тоже остаются такие пятна. Я вот не знаю, но здесь это явно не какая-то липа, блять, это чисто голимый слон, ебать. Я вам говорю, кто-то перданул конкретно. Ну, либо что-то пролилось, я не знаю, на полтора месяца стояла, хрен пойми, пацаны, что за это время с ней произошло. Напишите сейчас в комментариях, что думаете, пацаны, реально, пробовали и обезжиркой, и химией, и двухфаской машину помыли. Не уходит. Нужна только полировка. И сейчас я на нее смотрю и думаю, господи, дай мне сил, помоги, чтобы хотя бы эта полировка ушла. Если нет, то это перекрас капота и крыла. Это просто рука-лицо. Но слава богу, у меня есть лысый кореш. Который полировщик, только он не такой полировщик, а он руками хуячит. И 99-ю я все лето не полировал, вот прям реально, пацаны, все лето ее не полировал, потому что я ждал, когда перееду в Питер, и именно чтобы лысый мне полирнул. Но так как до 99-й мы еще не дошли, сейчас меня напрягает больше четырка, сейчас мы едем
именно к нему, где мы поменяем петлю, где мы попробуем все это дело отполировать, ну и уже после поедем еще, наверное, немножко повалим. Как проходной билет, как лампа Аладдина, но здесь хода тебе нет. Давай определись уже, ты мусор или мент? Живешь по чесноку или используешь момент? Испортил судьбу чела из-за... В общем, приехали мы в детейлинг-центр к лысому бразерсу. Детейлинг у тебя как называется? Детейлинг, да. Детейлинг? В общем, самый топовый, наверное, детейлинг в Санкт-Петербурге. И, лысик, скажи мне, какой вердикт ты дашь? Че с моим крылом? Пизда крылу, пизда компоту. Да? И что делать? Сейчас будем отправлять. Что думаешь, получится? Не знаю. Но я вам скажу, что-то прям это очень жестко. Вот сейчас под светом, оно прям помотовело. Я говорю, я поначалу подумал, то, что вообще лак у меня сошел. Ну, вроде. А вот это что за белое, блядь? Это конча какая-то. Ну-ка, потрогай. Вот реально просто, я не знаю, это что-то то ли пролили, то ли с крыши стекло. В общем, я надеюсь, то, что это все сейчас уйдет. А то, блядь, ну это пиздец. Машина прям чистая, и это прям выделяется, и она прям на фоне вот этого пятна какая-то отрыга становится. Первым этапом сделали капот. Это был такой легенький уровень. Все полностью ушло. Смотрите, как он сейчас блестит. Никаких пятен, ничего нету. Теперь переходим к крылу. Крыло даже сейчас видно. Оно вот оно дико матовое. Я не знаю, дай бог уйдет. Давай, твои ставки уйдет или не уйдет? Уйдет? Да. Сразу же, вообще без проблем? Да. Смотри. Погнали! Не меняем принципы, не звоним полицию. Сила только в правде, забили на провинцию. Не меняем принципы, не звоним полицию. Сила только в правде, забили на провинцию. Не меняем принципы, не звоним полицию. Сила только в правде, забили на провинцию. Не меняем принципы, не звоним полицию. Что, братва, момент истины. Ну что, лысик? Получилось? Да получилось, да. Получилось? Все нормально. Лысик красавчик. Да перекрасили просто морду. Лысик мне сейчас баллончика дунул, короче, по бырику. Но на самом деле, в принципе, все полностью ушло. Ты устал? Тяжело было? Да. Да? Сколько с меня денег? 50 рублей. Видите? Как хорошо. 50 рублей, и моя проблема решена. Ну что, ты готов? Да, давай, что? У меня мистеры такие неплохие. Давай, давай. Выпили грамм так просто. На мне дублен кастом. Я далеко не простой, но говорю на простом. И смог. Я паровозик, который смог. Я паровозик, который смог. Я хочу новых и новых высот. Уже забыл про ты сам не зов. Я не приму уже новый спор. Я выбрал двигаться сам на восход. Ну что скажешь? Жестко, это чтоб ты понимал, сейчас вообще похуй. Это такая песня еще такая не особо жесткая, понял? Да ладно, ты не плачь. Слезы счастья. Ну все, с меня 50 рублей, с тебя 500 рублей. С тебя 500 и 450 на карту. Мне жестко. Что упало? Это там, где я родился, мой рак. Апокалипсис, киса, не боись. Ты ко мне прижмись, все будет заебись. Thank you.
Сотка килограмма, походу туда река наступа. Повел в кафе. Вестник от свободы, там со самые дерзкие грешники мерзкие, которые вглубь соль и адских глубин. В мире стены у дельфина, коридор, окна, решетка, и как на подводном судне. Вглубь соль и адских глуб, если в наказании сила ведь не будет за стенами теми покоя с миром, пока журчит вода в фонтане с дельфином, пока журчит вода в фонтане с дельфином, в фонтане с дельфином, в фонтане с дельфином. Вверху, ну как дельфины, вечно считать годы, и нет горла вестника свободы. Там в мире злой черный дельфин, фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебе в груб соль и адских глубин. Yeah.
сядь, мы сутер, кто знает, что нас ждет потом. Этот мир колючий, да грудный, болючий, на история в пульсе, герой маяк. Покажи обитель моей странственной любви, локоны в дыму, я плыву, девочка, лови. Все видел, поэтому все привлекает разом. Багажник еще выделяет. У меня копейка, да, когда была, мы такие в ленте ставим. О, гроб, вот наша тачка там. Ну, ни у кого не было, тем более. Сейчас-то, конечно. Да. Все равно сдалека, не сдалека слишком, видно, да. Ну, подсветка, да, еще, конечно, она сразу привлекает. То, что вовнутрь-то, в принципе, что заклято, потом уже на месте. Ну да. Так ни у кого же нет, чтобы в салоне чувствуется лишнее. Необычно. А так не хочу. Так же? Я только без колонок, но занизить хочу. Низкую на посадке. Да. А что вот больше внимания вызывает? Посадка или вот то, что сабы подсвечиваются? Посадка? Да, да. Я все думал, почему люди смотрят. Ну, кому-то нравятся колонки, кому-то посадка. Ну да, да. Ну, мне единственное, как посадка нравится. Хорошо дрифтеть можно. Можно, да. Диски классные. Спасибо. Как вам? Прикольно. Прикольно? Жигули. Да. Ядрю на вось. Секс вообще. Сексом пахнет. Сексом пахнет конкретно. Да. Ой, какая охота взять и ей унести, да? Да. Это конфетка. О, на этой конфетке только по Невскому ездить. Можно убить парня? Пацаны, не, поздно, вообще... уже поздно. Да ладно, внутри еще такое. Да. Правильно, а нефиг там баб делать. Нефиг там бабам делать. Такие, там, наверное, волосы поднимаются, да, с этих колбасов. Не, поздно, поздно уже. Очень, мальчишки, вы такие крутые. Спасибо вам огромное. Прошу на всю ночь. А так, чуть-чуть. Не, смысл чуть-чуть. Ну, смысла так? Чуть-чуть нету, надо, чтоб шляхало. Ну, да. Послушай, как бухает. Ну, нормально, я скажу. Ну, включи на секундочку. Поедемте, мне уже опаздывается. Полетели. Да. Все, до свидания. Пока-пока. Сами понимаете, моя четырка, пацаны. Лыком не шито, или как там говорится. Просто это пассажирка вообще. Да, это пассажирка еще была. Я сначала подумал, что он же проезжал, смотрел на нас. Потом сейчас второй раз проезжаю с пассажиркой уже. И ей тоже понравилась четырка. Ну что, друзья, на этом наша серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравились реакции в моменте. Я аж сам кайфовал, когда люди просто под геопику, там, под эти треки наши сыктывкарские коми-грайды, когда люди танцевали, испытывали эмоции. И в этот момент ты понимаешь, что ты не просто так собрал такую машину. На самом деле в Санкт-Петербурге просто куча реакций. Особенно, когда ты выезжаешь в центр, просто все жестко на нее смотрят. Я думаю, этот интерес вызывает подсветка, потому что ночью ее очень сильно видно. Сабы-то красиво подсвечиваются. Машина выглядит просто сексом пахнет, как сказала эта тетенька только что. Ну и в принципе для Питера, я думаю, АвтоВАЗ это вообще необычно. Почему-то люди здесь дико удивляются посадке, дискам, в общем, всему тюнингу, который есть в нашей четырке. Даже на выхлоп я моментами пару раз ланчевал, люди тоже смотрят и думают, ты такой долбоеб, нихуя себе у тебя тут тачка. И просто в моменте, даже когда ты не едешь, когда у тебя просто машина стоит закрытая, музыка выключена, люди проходят, все ее фоткают, все узнают, сколько у меня киловатт. Я не знаю, зачем этот вопрос, какой у тебя киловатт. Когда говоришь 35, такие, ни хрена себе. Даже, кстати, когда мы в начале ролика валили, на светофоре у меня спрашивает человек, сколько у тебя киловатт? Я говорю, 35. Он говорит, может, 3,5? Я говорю, 35. Он говорит, да быть не можешь. Я говорю, что мне пиздеть? 20, говорю, на САП и по 8 киловатт на каждую дверь. Ну, пацаны, по традиции, кто дошел до этого самого места, вот сейчас кто меня смотрит, кто у нас доел, кто уже в туалете сейчас, осталось моментом потереться, поставьте лайк этому ролику, напишите комментарий. Твой босс, злой хуесос, лает постоянно, будто пес. Премию зажал, не дал бабос, даже не ответил, в чем вопрос. Твой босс, злой хуесос, лает постоянно, будто пес. Премию зажал, не дал бабос,
даже не ответил, в чем вопрос. Друзья, и я оставляю эту концовку не просто так. Недавно мой кореш ломанул игрулю. Если ты нажмешь вот на этот вот ролик, то ты узнаешь, как можно каждый день поднимать капусточку без каких-либо вложений. Так что тыкайте обязательно на этот ролик и смотрите его прямо сейчас. Ну, с вами был, как всегда, я, Четкий Саня. Спасибо, пацаны, за просмотр. Вы все ждали четырку. Надеюсь, вы кайфанули с этого ролика. Всем спасибо, всем пока.